почему нас не было в списке приглашенных? Ляно! В этом списке нет ни Джастин Тимберлейк, ни Скарлетт Йоханссон, ни Святослава Ященко. Так что мы в хорошей компании. К тому же прошли без очереди. Только давай обратно, не по вентиляционной трубе пойдем, а хотя бы в окно выпрыгнем. Кстати, Женя, отряхнись. Ты что, не видишь, что у тебя пиджак грязный? Очень даже вижу. Я это еще дом заметил. Ой-ой-ой. И что за бардак у них на Первом канале? Человек ни разу в любом зеркале не появился, а его уже в новогоднюю ночь показывают. Жень, а кто вообще такой этот Стинг? Ты смотри, веселятся так, как будто это мы с тобой там выступаем. Ха! И это в их понимании смешной номер? Вот у меня на последнем концерте был смешной номер. Два человека так хлопали, что рук себе сломали. Я, значит, подхожу и говорю: Дроботенко, Лугинский, вы чего руки-то сломали? Вам же еще мой чемодан таскать. Нет, ну разве это новогодний праздник? А где мужчина с чулком на голове? Где пародия на Горбачева? Ну, я им сейчас устрою веселье. Лена, да завтра все газеты напишу. Петросян и Степаненко в новогоднюю ночь зажигали на Первом канале. Ура!